Рамзан Кадыров сообщил об участии республики в спецоперации и пригласил президента России посетить Чечню. Теперь депозитарии обязаны переводить 90% чрезвычайных доходов, полученных от замороженных суверенных активов России, в бюджет ЕС. Средства будут направлены на помощь Украине. Владимир Путин разрешил добровольную ликвидацию American Express Банка в России. Марковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны. В Думе предложили разрешить использование материнского капитала для покупки путевок в детские лагеря. Особых условий для проведения ЕГЭ в подтопленных регионах не планируется. Норвегия вводит запрет на въезд российских туристов. ПВО сбило несколько целей на подлете к Белгороду. Китай проводит двухдневные военные учения у Тайваня. В Польше обсуждают возможность уничтожения ракет РФ над территорией Украины. В России хотят ввести пособие женщинам за рождение детей до 25 лет. Как сообщает РИА Новости, сожительница Иванова переоформила машины на других владельцев. В Конгрессе показали карту России с зоной поражения ракетами США. МИД России заявил, что Москва не намерена инициировать восстановление контактов с Японией. Аталанта разгромила Байер в финале Ле и выиграла первый Еврокубок в истории. Захарова отметила, что заявление Бербок об Украине вынуждает волноваться о ее состоянии. МВД выплатит семье убитой студентки из Кемерово 700 тысяч за халатность. Володин назвал заявление Блинкина о гибели Раиси циничным и бесчеловечным. Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда.